Наша телерадиокомпания продолжает акцию «Мы идем навстречу с памятью». В ее рамках абсолютно бесплатно можно обновить, увеличить, распечатать и привести к единому формату фотографии участников Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк». Она традиционно состоится 9 мая. Акцию «Наша телерадиокомпания» проводит совместно с региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Благодаря совместным усилиям уже удалось обновить порядка 30 фотографий фронтовиков. В этой акции мы не остались одиноки. Откликнулись нам помочь и школьники школ номер 1, школы номер 3, учащиеся школ округа, города, которые занимаются в кружках самодеятельности при Доме детского творчества. А также фотографии нам печатает сеть магазинов «София». Прием заявлений от родственников ветеранов продлится до 4 мая включительно. Каждый заявитель должен заполнить специальную анкету и принести фотографию по адресу улица Ленина, дом 25А.